Я не люблю шапито. Не люблю за неустроенность какую-то, за сквозняки, за осеннюю сырость, холод. А как не любил работать в шапито мой партнер Миша? Миша Шуйдин. Честно говоря, на Мишиной могиле я бываю нечасто. Раз в году, в годовщину его смерти. И не потому, что чаще выбраться не могу, а просто очень тяжело мне тут бывать. Сколько лет мы проработали вместе? Да что там проработали? Прожили бок о бок. Я очень часто вижу Мишу во сне. Мы в цирке, но почему-то не работаем в манеже, а готовимся на выход. И каждый раз чего-то не хватает. Что-то мы потеряли. Опаздываем, нервничаем, паникуем. Публика ждет. А нам кричат: «Клоуны на выход! Клоуны на выход!» Давно опустел, тишиною закован, только где-то гитару нарушает аккордом покой. Эта песню поет старый клоун. Он прощается с цирком, со смешною своей судьбой. Он поет о гастролях, о неведомых странах. Он поет о манеже, который уже далеко. О забытых, о холодных, сырых балаганах. О своем ремесле и о том, как смешить нелегко. Старый клоун уходит, успехи свои и потери, словно старый солдат, навсегда он уносит с собой. Осторожно, осторожно, не скрипните двери. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Осторожно,
Осторожно, не скрипните дверь. Он прощается с цирком, как с любовью своей и судьбой. Иногда все-таки приятно вот так взять и посмотреть, какие мы были. Это первый город Калинин. А нигде так вообще не любят смеяться и это самое. Самый, наверное, веселый народ от артиста цирка. И даже в кино артисты не такие, в театре совершенно другие. А вот здесь не то лишь отпечаток, что все время путешествует, не что-нибудь не придумал, что-нибудь пошутить, принять розыгрыши. Мы страшно любили шутки, разыгрывать. Все, я не могу забыть. Я никогда об этом не рассказывал. Когда мы выезжали за рубеж, нас всегда сопровождал человек из органов. Садил, называется, по безопасности, замдиректора. Ну, скрывалось, он из Министерства культуры, хотя все кругом знали в той стране, что он, значит, его назначение. И, ну, как правило, все очень хорошие люди были, но некоторые страшные. Они волновали, что им случится. Все время, один, вот это было, по-моему, в Бельгии, один все время говорил, не разговаривайте, все кругом микрофона, так надоело, везде кругом. Микрофоны все время, тихо, тихо. Я уже до того дошел, что сидим, обедаем там в столовой. Я говорю, тоже тихо, в салонке микрофоны. Ну и он обижался, все. А потом уже надоело мне, уже за 2 дня до отъезда я ему как-то говорю, а что вы эти микрофоны? Я, например, у меня никогда не бывает микрофонов не бывает. Я все уничтожаю их. Вот как уничтожать, как это? Ну как что? Бритвой. Какой бритвой? Электрической. Включаю бритву, начинаю ходить по стенам. Как? Меняется звук, смотрю. А вот там маленький микрофон, я его кину, и все. И так повыкинешь 5 штук, он обалдел. Что вы говорите? Да вот так вот все делаешь. Ну, 2 дня мы отработали, уже в поезде, сели, разговор, там вот бутылку вина открыл, уезжаем домой. Вдруг он ко мне подсаживается, деловито. Товарищ Николь, как вы микрофон искали? Ну как, брал бритву, включал, и вот так вот все. Так, и что, звук меняется, и наш микрофон. Какая у вас бритва? Я говорю, Филлипс. Он говорит, у меня Харьков. Так был расстроен, все. Это был следующий поездка, он поедет, будет уже другой бритву искать, это все. Ну, такое смешно было, конечно. А все-таки они удивительные иногда бывали люди. А ты помнишь зама, который у нас проводил совещание посредине бассейна? Да. Ночью вызывал директора и художественного руководителя. Там же микрофонов нет, не могут плавать. Заплывали в середину бассейна, и там торчали головы. Да. Что совещание? И там был назад, просто сейчас, вот, только раз побыстрее, потому что я очень плохо плаваю, я могу утонуть. Даже ужасно. По тундре, по железной дороге, где мчится поезд в Воркута, Ленинград, мы бежали с тобою, опасаясь погони, громких криков назад. Тарара, тарарарарарара, тарарарара, тарарарарара. Да-да. Здание старого цирка, так оно и остается, как было. Здесь лестница, здесь фонари стоит. Вот такой был цирк. А теперь он будет к этому всему еще. Здесь двери, помнишь, мы с тобой? А мы с тобой ходили отсюда вот. Служебный ход был, помнишь? Здесь машины, здесь рынок. А теперь здесь сделали так. Вот так вот, как бы рамка идет. Как бы рамка такая идет. Все осталось как раньше. Здесь же эти лошади стоят. А где они раньше стояли? Так, здесь они стояли. Вот на этой самой. Вот.
А это что такое? Человечек? Это мы с тобой идем в цирк. Там сходили в комнату, где твой дедуля переодевался, гримировался, одевался. Там висит костюм, клоуны, клоунские костюмы висят, старых клоунов. Их ботинки, грим. Я тебя сгримирую под клоуна и выпущу. Что? Вот такой будет цирк. Вот и настал день, когда возвращаются на цирковой фронтон наши знаменитые лошадки. Все спрашивали меня, а лошадки будут стоять? Вот они те же самые, что и раньше стояли на этом месте. Только их почистили, отмыли хорошенько, покрасили заново. И какие они стали яркие, прямо ярмарочные. Ну, а теперь начнется великое переселение народов и животных. Представляете, какое это будет новоселье? Исрев, осторожней! Назад, тяни, назад, вперед, лошадь! Так, спокойно, спокойно! Кара двигается, кара двигается, кара, 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 кара! Кара, давайте! Большой, привезите. Ящик большой привезите. Да, и черепаху выводите. Давайте вторую кару, а потом пойдут животные. Давай. Куда ты? Давай, давай. Так, собачка запущена на счастье. Давайте, друзья. Блеск. Куда будем стоять? Чё, куда ты? Короткий, второй. Направо, налево. Так. Телефон на стол. Сюда. Будем сейчас включать. Да. Осторожней, Юрий, вы только сядете. Да. Будет. Кресло осторожненько. Ручки. Боже так, мой. О, все. Попробуйте. Ой, кресло. Удобно? Портрет там поставь. Головокружение от счастья. Так, все вещи поставили, да? Ключи это вам. Ключи, да. Чайник, забыли ваш чайник. Смотри, чтобы собака не написала. Ну, даже на счастье, так хорошо. Так, друзья мои. Никакой пьянки на радостях. Это просто я вам одно шампанское, бутылку пустую показываю со значением. Вчера ко мне пришел один человек и приносит мне эту бутылку, вам, говорит, на открытие цирка. Я говорю, что это за подарок? Бутылка, он говорит, вы ничего не понимаете. Эту бутылку мы распили 13 августа, 4 года тому назад, когда закрывался цирк. И когда мы ее распили, мы ее закрыли. В этой бутылке воздух старого московского цирка. Воздух старого московского цирка. Не воздух, конечно, а дух. Как важно возродить его в новых стенах. И четыре, и любовь, и.
подбородок. Лопатки опусти. Опусти лопатки, опусти, Надюша. Вот так. Хорошо, хорошо. Рот.